Wild. Это Grad Review и новый хоррор-ужастик. Weird. Мистика, мистика. Ребята, это игра, сделанная двумя, мать их, разработчиками. Два пацана мутили эту игру. Браво, это надо отдать должное. Молодцы, уже за это игра получает высокий балл. Ну что, это первый эпизод игры Quaid, мистика. Что-то новенькое давно, ничего не выходило, все пройдено. Изголодались мы, по игрулькам. Так, ну что, возможно, в игре будут баги, чуть-чуть сыровато, но какая-то прогрузка. Так. Я устал уже, объединиться, время пора домой. Так, что у нас здесь? Так, а почему мы так вяленько идем? А если мы сделаем вот так? Приманить. Ёпты! Что это? Вы чё? Какого ляда? Конец света! Ни хрена себе. Интрига? Интрига. Хорошо. Это только первый эпизод, ребят. А сколько эпизодов будет еще? Так, хорошо. Ну что, в европейском сегменте игра известна. В русском тишина, Что это такое? Так, полицай. Так, хорошо, я пойду налью себе кофе. Так, обновлен список задач. Тап. Возьмите тап. Выпить кофе. Блин, ну красиво, красиво. А, Unreal Engine. Так. Можно полазить. Пончики. О, записка. 39178. Ага, новый код доступа. Надо не забыть. Что это у нас? Это у нас дело. Серьезно? Тут все серьезно, а что у нас тут? Так, а тут у нас ничего. Так, фото. А, покойная жена. Угу. It's okay. Так, смотри, каждый ящичек. Каждый ящичек можно открыть. Ну разве это не круто? Вот только посмотрите. В каждом что-то лежит. Обалдеть, правда же? Молодцы, молодцы, ребята. Вот, хвала, хвала и честь таким разработчикам. Не ну кайф же. А представьте, если можно было все взять.
книгу, там, любую книгу, все. Обалдеть, обалдеть. Ну-ка. Супер, супер, блин, мне нравится. Дверька открылась. Хорошо, хорошо. Так, мужик, сидишь, сиди. А, вот это уже нельзя. Ну, представьте, часики идут. Хорошо. Подожди, это все. А вот это можно взять. А, хорошо. Так. Как же здорово, как же здорово работать, когда работает механика, правда же? А, винталь тут. Так, тут открылось. Супер, 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 супер. Так, ну чё, Гаврик? Сидишь? Сидим. О, тут второй, да? Третий! Нифига, все камеры забиты. Смотри, все забито, нифига себе. Хм. Странный, странный рисунок. Так. Не, ну мы сделали что у нас? На 70? Да вроде нормально. Так, заполнить нужно патроны на всех заключенных. А кофе попить? I still haven't had my coffee. Так, все это, конечно, хорошо, но я хочу еще полазить. Полазить здесь. Давайте с... Опа! Телефон, 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 телефон! Берем. Стоп, вот он. Hey, Fisher, how are you there? Yeah, everything's fine. But what happened? There was an earthquake. It's all unusual. Yeah, some nonsense. Well, don't you distract. Да не дают кофе попить, по мужику. А как звук, 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 звук? Чувствительность камеры. Это все опции? Серьезно? Ну ладно. Не дают выпить попларю. Кофеек. Hello, ladies. Опачки. Да тут у нас коллекционер. Коллекционер, посмотри. Коллекционер тёлочек. Так, запихон. Ага, it's okay. Так, ну кофе успеем, успеем, дай полазить. Что это делает у нас? Мурзилка, да ладно! Смотри какой. Блин, какая игра, супер, супер, молодцы, мурзилка тут. Я кайфую от игры. Так, стволы под охраной. Так, музончик. Ага, перчаточки.
Так. Шкафчик. Ну, что-то далекое время. Музелка спит. Так, ну что? Хлебнем? Хлебнем кофеечку? До чего технологии дошли? Смотри, смотри, смотри! Это не технологии дошли! Ты посмотри, что происходит! Нифига себе, круто, круто! Ребята, 2024 год! Мы удивляемся! Хотя это должно быть уже обыденно! Это все должно быть уже в такие... Такая графика в играх! Посмотрите, как ребята подошли! Это инди-проект! Это инди-проект! Как они подошли! Великолепно! К своей игре! Вот что значит трудолюбие! Два человека! Два ребята! Супер! Супер! Я кайфую! Уже от самой стилистики, от графики. И я уверен, что сюжет здесь будет просто... Просто подарок! Мистика, мистика. All right, let's get this over with. Так. И... И как? И что? Вынуждена подробить сейчас... всех заключенных. Не, я не против, а как? Looks like Matthew's reading something. А-а-а. Cameron's writing poetry again. А, вот оно как. Все. Tristan, calm down already. Stop walking around. Так, окей. He got transferred to isolation for that freakout earlier. Так. At least he's sleeping. Это спит Гаврик. Так, еще. So Evan's resting on the bed. Everything's okay. Еще. А где тут? Почему здесь нету? Засранца. Прочерк. Так, ну чё? Всех? Всех отметил. А тут еще. Уф! Ту, ёптель, это буйный! Это буйный! Засранец. Так, окей, окей. Нифига себе, чудовище, смотри. А ну-ка еще раз. Нету его, спрятался. Фу, ну нахер. Так, ладно. Хорошо, отметили. Засранцев. Что это было? Как он? Нифига себе выбрался. Он же сейчас всех освободит. Нифига себе интрига, ребят. Ну его нахер.
Какого ляда здесь происходит? What the hell? What happened? I need to get out of here. Так, что тут происходит? Ну нахер, надо выбираться. Яичко ловить. Суки привязали. Так. Так. Свет. О! Фонарик. Нифига себе какой, да? Так, R зарядить фонарик. Что же прикольный. Добраться до блока D. Блин, классно сделано. Нифига себе. Этот рубильник включает этот стул электрический. Ебить ту тетку. Вы когда-нибудь видели электрический стул в реале? Ну его нахер. Конечно, тут... Да. Зрелище, конечно, жесткое. Страшное, ты че? Так, ну что ж. И все эти зрители, да, смотрят, типа. Да, было время страшное. Да, по-моему, даже сейчас... В каких-то тюрьмах еще используют электрический стул. Так, нет, включай, блин, запасные были в моем шкафу. Так, стоп, нет, ну шкаф-то шкаф, а как бы что нужно как-то выйти с этой ванханалии. Ладно, окей. Часики идут. Так, добраться до блока D. Ладно, допустим. А, подожди. Вон оно как. Да разбил бы, да и все. Ты че, порежешься? Так, 53-701. Погодь. Такс. Тут какие-то пароли. Нифига себе, да тут будет загадка серьезная, чувствую я. Натали, утали. Талюха. Так. Везде, под каждой картиной пароли, ты понял? Звездочка еще. Так, девочка с кукурузой. То с персиками, это с кукурузой. Блин, таких картин я еще даже вообще не встречал, не видел. Нифига себе, прикольно. Музыка зловещая. Блин, я кайфую от этой игры. Вам советую, ребят, кто любит такие игрушки. No. Ёпт,
ты чё, мужик? Я понимаю, что тебе страшно, но зачем истерить? И в истерику не надо. Подожди, ты же не девка. Ёпта! Ты, я не знаю, как тут звук. Как тут звук поменять? Громко, да, но это и атмосферно. Базара ноль. Канистра. Стоп. Нифига себе. Я думал, он вообще закрыт. Ты прикинь. Ёпта, это чё? Чё это? Чё за нахер? Подожди, это же мой кабинет. Ну в смысле, какого хрена тут происходит? Ладно, я туда схожу, базара ноль, но мне интересно, чё. Что тут произошло? Так. Филлипс, are you okay? О, блядь. Филлипс, what happened? Мне от его голоса уже страшно. Смотри, паника у него. Саша с ума, нифига себе. Seems like the aftermath of the earthquake. I need to contact Block D. Это подсказки. Молодцы, молодцы, ребята. Вот это подсвечиваются. Вот эти звуки все, ни хрена себе. Так, ну ладно, я туда пришел. Но там какая-то, наверное, загадка. Все, ребят, проходить 100% однозначно. Браво, я хлопаю стоя разработчикам. Вот такие игры нужны. Конечно же, будем ждать продолжения второго эпизода, эту игру проходить. Ставим лайки, подписываемся на каналы. Great Review в Яндекс, Зен, помощь автору будет очень признательны. Играть, не то слово. И выигрывать. И welcome back.